Жители Уфы стали гораздо чаще оформлять жилищные займы на залоговое имущество. По сравнению с прошлым годом, цифра выросла в 1,5 раза. Доля сделок в формате ипотека на ипотеку достигла 10% от общего числа на вторичном рынке, сообщает Ассоциация кредитных и финансовых организаций Башкортостана. И вот по данным участников финансового рынка, более 70% сделок с жилой недвижимостью совершаются на сегодняшний день с помощью ипотеки. В среднем кредит оформляется на 20 лет, поэтому возникают ситуации, когда владелец ипотечной квартиры до погашения займа хочет ее продать. По этому показателю столица республики заняла 3-е место, обогнав Екатеринбург и Пермь, но уступила Москве и Новосибирску.